Итак, значит, я убрал заслонку, сделал точнее заслонку на впуске, вот от радиаторов перекрыл, прикрыл немножко от радиаторов воздух, чтобы не было горячего заброса воздуха на впуск от двигателя. Сделать такую пластиковую заслонку, как это сделано на других Hyundai. Посмотрим, что это нам даст. Не хочет ехать. Результат 8.45. Вот, пожалуйста, чуть более холодный воздух, и она уже выезжает из 8.5.